Я слышал, видел, а потом я заглушил меня. Я людей вижу, а ничего не слышно. Назар, расскажите нам, как все было, пожалуйста. Здравствуйте. Для вас скажу, вы чисто брите, аккуратно, чтобы ты долго жил. Все. Виноват. Задайте вопрос, я попробую отвечать. Как, что вы видели? Яркая вспышка была. И такая, сразу потемнело. И запах гари было. А скажите, пожалуйста, срыв произошел, когда поезд уже остановился на платформе? Когда вы ехали? Да, это когда ехал. На скорость? На скорость, да. Вы остановились между где-то в туннеле, что дальше было? В туннеле, а товарищ, который ехал, он рядом был, он мне вот рассказал, а я в третьем вагоне. Ну, в туннеле остановились, дальше что? В туннеле остановился, и это вторая вспомогательная, это МЧС приехал. Погибших видели? Да, есть. Ну, скажите. Человек 19-20. Спасибо. Виноват, спасибо.